ненадолго дает неуязвимость при атаке и перезаряжает щит. Вот это классно. Противник 50 воздуха в два раза дольше. Блин, ну я даже не знаю, что взять. Давайте, наверное, возьмем шок Жакея. Я им, по крайней мере, иногда пользуюсь. Усиление ворона. Фигня. Труп убитых, фигня. Мустанг, ну я не пользуюсь. Ладно, что могли, купили, можно идти дальше. Надеюсь, нам не сюда. Да, нам не сюда, поэтому здесь можно спокойно пробежаться. Посмотреть на самого разного рода автоматы, пулеметы. Увеличенный урон для снайперки. Вот это вот можно опять же взять. Почему бы не взять? Снайперку я люблю. Снайперку я стреляю. Увеличенный урон 2. Для чего? Почему для пистолета 2? Интересно, непонятно. Неясно. А больше для снайперки ничего нет, а остальные оружия я меняю как перчатки. Ладно, давай теперь выйдем хоть немножко денежек с местной техники. Ибо я чувствую, что у нас уже начинаются некоторого рода проблемы. С наличностью. Особенно после того, как мы накупили столько всяких плюшек и бонусов. Так. Ночная дота будет? Возможно. Но она, правда, не ночная, она утренняя. Вот, но... Это всегда без гарантии. Так, ладно, тут ничего интересного нет. Человека-птицы. Ладно, погнали дальше, значит. Тут всего лишь шпилька потребуется. Прошу, что это? Часы спешат. Нужно их как-то подвести, что ли? Что? Ты куда? Стой! Это же Фицрой! Убейте самозванца! Тела сожгите! Да ладно! Какие мы те самозванцы? Вон там, пожар! Где пожар? Ладно, погнали сражаться на теплотрассах. Мне уже надоело выжидать и заугладить. Пора немножко развлечься. Да, как-то не очень хорошо получается стрелять с теплотрасса. Но это, опять же, не важно, потому что вот тут я видел кое-что получше. Картечница. Поливалка. И что, ребят, что вы мне скажете? А что если вот так вот стану прямо над вами и устрою вам сладкую жизнь? Ой! Какую соль ты мне жизни дай? Быстрее, Лиза! Жизни! Эликсир! Какие соли, господи! Так, уйди оттуда, не стой там. Ой, господи, это я больно шмякнулся. Так, ну и ладно, у меня есть чем угостить пожарника. Новая супер штука. Катушка Тесла, зачем вам нужна катушка Тесла? Бей! Катушка Тесла, бей! Глядите, она реально ушатывает парней. Проблемы, парень? Познакомься с моей новой катушкой Тесла. Ой, эй, парень, ты еще не закончил знакомство. Вот, да, так уже лучше. Эй, тупорылый пожарный. Они не любили алхимию. Какой-то он, правда, прочный. А, ну вот и все. Вот и кончился. Вот и кончился пожарный. А кто еще остался? Кто-то остался прямо здесь. Но где? Где же? И как взять тот эликсир, который я нашел? Солюшка. Бег,
Я же Дэвид Букер, народный герой. О чем вы, ребята? Не слушайте дуру. Говорил же, что не всех девушек нужно слушать. Да откуда ж ты паришь-то? Вот в этой игре я испытываю страшные проблемы с определением направления огня. Но вот просто не вижу я, откуда палит пару противник, и все. Покатаемся по верхотуре, может быть найдем. Нашли! Нашел! Нашел! Так, а сейчас откуда? Ага! Ой! Отключи прицел! Ох ты ж! Так, не Дэвид Букер, а Букер Дэвид. Букер — это имя. Да? Окей. У него взрывоустойчивые доспехи же. Ну, не такие уж и взрывоустойчивые, если я его сумел подорвать. Да откуда? Вы чё? Ну нельзя же меня вот так вот. Да сдохни, Костер, сдохни. Так. Моя снайперка должна ушатывать вообще отцов патриотов с одного выстрела. Стоп, им. А это что? Механик? Где механик? Хэндимен. Так, а вот механик — это проблема. Потому что у нас нечего его ушатывать-то. Нет, у нас есть немножко. Ну, совсем чуть-чуть. Ну где же? Где же укрытие-то? Должно же быть какое-нибудь укрытие. Что? Ой, нашел. Красный механик. Да сдохните все! Так, мне нужен аэростат. Все, погнали отсюда. Ну их нафиг. Go away, please go away. Вот я с радостью, но понимаешь, что тут некоторые проблемы. Откуда? Как ты вернулся? Господи, я же улетел от тебя. Цепляйся за теплотрасс, друг! Что это было? Краткая передышка? Тесла! Точно! Мне нужна катушка... Ой! Я на кого-то напрыгнул. А еще я нашел, кажется, парочку парней, которые мне портили жизнь все это время. Ой, механик прилетел. Лиза, уходим дальше. Я читал в описании, что механик умеет пускать ток по теплотрассе. Но пока я, к счастью, этого не видел. Давай, подходи к катушке Тесла. Давай, бро, ближе. Нет. Ну ладно, давай хоть соль. А еще лучше найди мне пушку побольше. Пожалуйста, мне нужно хоть какое-нибудь оружие, Лиз. Хоть что-нибудь. Что это? Что это? Беру, что я взял? Я взял трещотку? Все, уходим. Так, теперь, когда у меня есть хоть какое-то оружие, мы ждем, пока они подойдут сюда, и тут уже устроим теплый прием. Фух. О! Господи, кто стреляет в меня энергетическими шарами? Энергетические шары — это вообще это что-то новое. Ага. Да. Судя по всему, я не очень попадаю. Снайперки у меня нет. Лиза, найди мне снайперку, пожалуйста. Прямо сейчас. Где ты дышишь? Снайперку мне найди. Вытащи из параллельной вселенной. Ну что ты? Так, короче, не Серж проходит игру, а Лиза. Бывает и такое. Ладно, давайте попробуем еще раз пройти вот тут. Да откуда же ты? Да бей ты его хоть чем-нибудь! Still looking. О!
Так, 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 так. Кажется, парень пробудился и бежит за мной где-то. Да, точняк. Но ему не повезло, что я только что нашел ракетницу. Ой, это мне не повезло. Он только что научился прыгать. Так, где же тролли-трубы? Апа. Давай. Давай погоняемся еще разок. Он что, летел прямо на меня? Скотина. Да умирай, ты умирай. Ой-ой-ой, Лизочка, аптечку. Давай, давай, ловлю. Господи, разряд молнии, Пикачу. Давай, делай что-нибудь. Еще удар, мы его почти заколбасим. Нет, давай же. Умер? Нет, не умер. Господи, как в страшных снах. Последний мульт, последний гад так и не хочет умирать. Давай. Где ты? Где он? Господи, страшен-то. Вот этот парень уже куда больше похож на большого папочку. Хрен ушатаешь. Ну где ты? И где ты? Попался. Фу. Готов. Так, прицеливание. Так, прицеливание снижение снижает урона до 20%. Фигня какая-то. Что мы тут нашли? Соль и аптечный набор. Фигня, конечно, но сойдет. Ну сколько я патронов извел? Так, снайперку. Хотя снайпер. Нет, снайперку пока оставим. У меня, в принципе, есть вот эта пушка. Так. Он сказал, готовый хер. Да, он подловил меня. Монтажник на трубах. Ну и благополучно скинул меня с ним. Так, тут, судя по всему. А, тут как раз я подобрал пуколь, когда у меня картечница закончилась. Я взял всю картечницу, всю ракетометницу. И весь пулемет у меня тоже закончился, кстати говоря. Ну, правда, пулемет закончился гораздо раньше, чем началась основная заварушка, но... Но да ладно. Так, соли, обыскать труп. Крабин можно взять. А можно не брать. Тут еще кусок скорострела лежит. Она же убьет ребенка, мы должны что-то сделать. Надо попасть сюда. Открывай разрыв, что я могу сказать. Подсадить вентиляцию? Хм, где-то я это уже видел. Но погоди, перед тем, как это сделать, ты уверена вообще? Ну ладно, хорошо. И как? И как я тебя подсажу? А, вот, подсадите без этого. Давай. Улезла. Так, отвлечь ее. Is this it? Is this your movement, Daisy? Это должно быть сделано. Основатели живучи, как сорняки. Сегодня срежем, завтра вирус. Ты хочешь это немножко вырубить с корнем? Только так. Да уж. Что значит не успел? Все, я успел. Утешите, Элизабет. Эй, не без мяты, не уходи. Тут еще много чего интересного есть, но прежде кисетчик. Нам давно бы... Что, здоровье прокачать? Ну давайте здоровье прокачаем.
А то давненько мы его не качали. Больше тут ничего интересного нет. И тут... О, а тут есть голософон. Что в голософоне? Фицрой, ты победишь в этой дурацкой войне. Пошлёшь это в Нью-Йорк. Девочку они не получат. Как бы они ни были. Whoever they are. Может, я все Maybe I did right by you in the box. С тобой, but in the end, но все без толку. I don't square anything. Анна, Анна, прости меня. Anna. Anna. I'm sorry. Что пошлешь в Нью-Йорк? Ничего не понятно. Ладно, разберемся. Лиза, не убегай. Ох ты, господи. Это ж Камсток. А где Лиза? А, Лиза там. Так, ну ладно, тут нам вроде как ничего не нужно, да? А, это ж наш дирижабль. Помните, здесь на меня огрело. Здесь на меня огрело ключом гаечным. Так. I know how this feels. Хм, больше нельзя. Ладно, давайте прокладывать курс, что, что сказать. Это запись, ключ к пониманию игры. Она постриглась? Зачем? И переоделась? This is all they had. Listen. How do you do it? А, она переоделась. What? Forget. How do you wash away the things that you've done? Она переоделась. You don't. И постриглась. Just learn to live with it. So the moment of truth between us. New York or Paris? Господи! Так, изменить курс? Ну ладно. Эй! Не дай ей упасть, ты только смотри. Как тебе ее каре? А мне нравится на самом деле. Она мне так еще больше напоминает одну мою знакомую. И в принципе да. Становится еще симпатичнее. Кого? Если играть всю мелодию, она вернется. Кто? Кто она вернется? Какую мелодию? Что вообще происходит? Stop it! You don't know what you're doing! There it is. You've done it now, Miss. He's coming back, he's coming back. The notes were correct. The instrument was not. One needs both to get his attention. But if you know how to sing to him, he will take you where you need to go. Что это? Who are you? We are where we are needed. And needed where we are. So Comstock uses these songs. Are there others we can use? Something to keep the bird off our back? Perhaps you should ask the maestro himself. So where is it? Ah. Of course. Well, at least they left the piano. Я, кажется, понял что-то. Эта птица нам портила жизнь. Не дает нам улететь. А мелодия должна ее привлекать или отгонять.
Привлекательную мелодию мы знаем. Осталось найти отгонятель. Но это, я думаю, будет уже задача... Задача для другого стрима, потому что сейчас, честно говоря, я совсем вымотался. Да, отдайтесь к дому Комстока. Да, ой, господи, ну я и устал. Пацаны, главное не напомнить Сержу о времени, что уже 2 часа 12 минут. Да, я должен был закончить стрим 2 часа назад, но я долго провозился с настройками. Надеюсь, что завтра все будет хорошо, и мы сумеем закончить. Ты прошел ровно столько, сколько я тебя ждал. Спасибо, максималист. Это значит, что завтра, я надеюсь, что мы закончим Биошок. Ну а на сегодня мне все, что остается, это сказать вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Увидимся завтра в 9 часов вечера по Москве. Всем спасибо. Всем пока.